Мы же культурные люди. И как вы думаете, найдем общий язык? Вообще там где-то кто-то живет. Почему только мы, больше нигде нет? Конечно, миллиарды планет. Почему там нет, не может быть? Мы же особые какие-то. Вот. А добраться туда, пока что у нас цивилизация еще очень примитивная. На чем? Не на чем? Да. Ну вот. Конечно, так-то неплохо узнать, есть ли там жизнь или нет. Интересно. Так же, как любые научные исследования в любой области. Чем дальше, тем глубже, тем лучше понимаем устройство мира. Можем как-то этим пользоваться. Будет, увидим, так не знаю, может быть и будет цивилизация. Ну это же естественный процесс происходит, поиска этих контактов, так как технология на месте не стоит. Есть масса методов изучения космоса, спутники, телескопы. Я думаю, так или иначе, тем более есть там суперпроекты, которые запускает вот Стивен Хокинг вместе с Миллером по исследованию Вселенной. Я думаю, что рано или поздно что-то там найдется. Ну а сможем ли мы вообще найти, вот как вы думаете, общий уверен, язык? Уверен, что сможем найти. Нам какой вообще с этого толк? Так, любопытство праздное. А позже там, потом, как во всех книжках, повоюем, поторгуем. На этот вопрос можно смотреть с разных точек зрения, то есть с какой-то стороны можно считать, что зачем это все нужно, и как мы так живем и живем, вот, кушаем, в туалет ходим и все. А с другой стороны, это новый мир, это новые возможности какие-то. То есть зависит от задач, которые мы перед собой ставим. Я думаю, это так примерно. Ну, я думаю, что это для меня, и узнаю я, есть они, нет. И... не... как сказать, не прибыл, не убыло от этих инопланетян и внеземных цивилизаций. Ладно, может быть, внуку интересно, которых нет еще. Все возможно.